Авария на водопроводе в поселке Светлом оставила жителей без питьевой воды. Там замерз трубопровод холодной воды. Восстановительные работы продолжаются вторые сутки. Под ограничение попали 44 дома. Причина – неисправность датчика расхода. Из-за этого перемерз участок трубы протяженностью около 300 метров. Сразу после аварии трубопровод начали отогревать. Жители обеспечивают технической водой для бытовых нужд, доставляют из Мирного бутилированную питьевую воду. Сегодня энергетики завершают восстановление водовода. Работает бригада из 14 сотрудников техэнергосервиса и 7 специалистов из Мирного. Руководство поселка предполагает, что в пятницу воду для бытовых нужд удастся подать. Ограничений в подаче тепла в поселке нет. Тем временем прокуратура республики приступила к проверке по факту аварийного прекращения подачи питьевой воды в поселке Светлом.